И всем привет, мои дорогие друзья, с вами местного я, Гриша, и сегодня мы рассмотрим такую вот карту. Да, я плащ себе надел. Ну что ж, давайте уже приступим. Так, создать новый мир. Вот это, которое самое нижнее, вот тут, в общем. Вы можете скачать. Ну, вообще-то, Майнкрафту 10 лет, поэтому вы можете просто скачать. Создать этот мир. Так, просто создаем. Готово, ждем. Да, и не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и колокольчик. Ну и мы продолжаем, в общем, видео. Так, не забывайте создавать резервные копии. Так. Да потом это будет. Помните, что эта сборка не является. И, в общем, мы появляемся где-то здесь. Сейчас еще погромче сделаю. Так-с. Берем пару тележек, но они нам пригодятся. А, ну тут то же самое. Да, ну видите, что вы не... Вот вагонетка вот такая вот красивая. Золотая, 10 лев тут написано. И поехали. Мы будем исследовать карту вниз по сериям, потому что эта карта большая. И поэтому мы будем по сериям исследовать. Май 10-го 2009 год. Ну, это когда Майнкрафт появился. 10-й год. Так, еще 10-й. Короче, смотрите, что потихоньку обновляется. Тут у нас вот уже вот это появилось. Здесь все больше и больше все появлялось. Здесь это уже что-нибудь еще такие блоки. В этом уже мир появился новый. Наверное. Здесь уже особняк мы видим. Так, поехали дальше. Ага, ну у нас тут вот это все. Дальше уже океаны. Давай быстрее. И мы приезжаем вот сюда. Угу. Так, что делать? Ага, тут очень вот что-то вот такие вот карта какая-то. Ага. Карта всего этого мира. Ага, тут книжка. Почему именно до 2... Так, 17.05.09. Код. Это какой-то код. Давайте попробуем. 17.00. Где-то 5. 0,9. И последняя 0. И на 9. О! Прекрасно. Я уж прям пойду. Сундучки. Блин, их тут столько много, еще и наверх идти. Ладно. О, круто. Дальше. Бегом. Сундук. Книжка. А в чем дело тут? Да, я не знаю.
реально, а в чем прикол? Ладно. А, прикол в том, что тут нужно спаркурить. Я понял. Так, правильно сюда. Да-да, сюда и еще два раза прямо. На телефоне будет тяжело паркурить. Так, дальше я помню вот сюда. Хо-хо, ничего себе! Спаркурил, чуть не упал. Ты куда в бок ходишь? Стив. Теперь сюда, я помню. Да вы издеваетесь. Ладно, с паркуром займемся потом. Нужно еще что-то тут расследовать. О, сундук. Так, по лестнице я не буду ходить. Я не хочу, да и притом я уже ходил. Ну, конечно, недолго. Я решил все вам показать. И там видишь капельки? Не знаю, что это значит. Попробуем сюда зайти. Хотя нет, это... Ай, да что ж ты... не люблю я на телефоне играть, лучше на компьютере. Кто любит играть на телефоне, то вы можете написать телефон. А если любите на компьютере, тогда напишите компьютер. Ну и писику. Так. Сейчас мы туда войдем. А вот здесь я уже не ходил. Никак не сломать еще. Да ну неужели мне придется тут ходить? И что-то искать. Не, я не хочу, я не хочу. Так, ладно. Тут ничего нету. Да, вода безопасна. Окей, ладно. Тихо ты. Проходи. И я не знаю, как дальше пройти. Ах ты ж. Ну, ладно. Да. Ох, хватит, пожалуйста, уже падать в эту воду. Так. Загадка-то какая-то тут должна, по идее, быть. О, подойти, что делать, я не знаю. Вот честно, я не знаю. Ладно, попробуем тут пройтись. Может, что-нибудь найдем. Точнее, не пробежать, потому что у меня скорость бешеная вообще. Безумнейшая. Я не знаю такую команду и что это. Ну. Безумная скорость просто и команда. Надо чтобы на такое время. Вау! Что это такое? Ладно, давайте-ка сюда. Вот сюда. Спустим еще. Ой, да, эта карта у меня лагает. Почему-то. Ну, наверное, все из-за того, что тут слишком много всяких постройков. Да и при этом я еще на телефоне играю. Конечно же, тут все лагает. Так, а в чем прикол этого места? Это что за замок? Думаю, мы туда отправимся в следующей серии. Ай, да что ж такое, хватит уже. Ну, включи.
Тут что, что-то загорелось? Погоди, а разве тут загорело? Не знаю. Ладно. О, ничего себе, какие там огромные блоки алмазов. Так, это типа что ли, я не понял. Понял, но это какая-то немного перевернутая Г. Или что? Ладно, давайте мы найдем как можно больше рычагов и включим. Так, погоди. Тут что-то горит. Также тут есть какие-то рельсы. И почему я туда не могу зайти? Чё? Странно. Наверное, тут какие-то блоки. Что ли, невидимый какой-то барьер. Такой невидимый. Так, 4. Погоди. Так, это не буква была. Какая-то... В общем, цифра. Вот 4 загорелось. Так. Так. Это 6 или 9? Это что? Это 9? Или 6? Не знаю, впишите в комментариях, потому что не ясно. Вот, вообще не ясно. Ладно, где? Так. Сюда, бегом. Ух, вообще суперскорость. Так, что-то тут включилось. Да, чем больше мы рычагов включаем, тем больше всего эти лампочки вот загораются. Будем искать. Так, это цифра 10. Как я понял. Тут уже все работает, а вот тут не работает. Так. Ух. Еще что-то там, какой-то замок. Это опять же 9. Непонятная цифра. Так, а куда идти дальше? Дальше куда идти? Давай, беги. Есть, нашел. Так, все. Беги. И по идее что должно открыться. Открываться что-то тут должно. Итого еще 2 лампочки нужно включить. А вот где они, будем искать в следующей серии. Ну что ж. Сейчас я попробую подняться сюда, хотя это, наверное, невозможно. Еще лампочка была. Так и осталось последнее. Да, наверное, это невозможно туда подняться. И возможно. Ну, нет, возможно. Ладно. Ну что ж, мои дорогие друзья. Последний рычаг мы будем искать в следующий. Серии. И также мы в следующей серии постараемся добраться до этих необычных замков. Вообще обалденные. Вау. Да, и тут у меня вообще в общем-то лагает. Вот я не знаю, у вас будет лагать или нет. Ну, проверить. Ну что ж. Всем пока, мои друзья. Всем пока-пока.